просто пиздец, ребят. Привет, только что паролил на аккаунте подписчика, видос вы увидите. Зашел к себе на аккаунт, нажал на бесплатку просто и сразу же, блядь, за 150 фрейр. Это просто жесть. Увидел там, что идет сокровищница, и также идет этот молотки бога грома. Думаю, блин, зайду сейчас у себя, захожу 150 и сразу же фрейр. Давайте сейчас на секунду перейдем обратно на его аккаунт. Там у нас должна быть сокровищница. Заберем ее. Это просто жесть. Я просто в шоке с этого всего. Но так вот, сокровищница. Мы сегодня тратили тут самики. У нас должно быть 12 попыток. Так. Золотой ключ. Прикиньте, еще вольта достанем сюда. Тут, наверное, будете сами в шоке. Так, карта выносливости. Ну, это, конечно, нереально за 12 попыток. Или 11. 12 у вас, по-моему. Или 11. Ну, а вдруг... Карта легендарного героя. Ну, как видите, к сожалению, ничего такого интересного мы не получили. Получить все. Давайте еще карточку откроем и пойдем на мой аккаунт. Ниндзик. Вот так вот. Все, радуемся за пацана. Реально ему очень конкретно свезло. Есть кого теперь качать. Бежали на мой аккаунт. Блин, тоже фрейю вытащил. Конечно, у меня их, я не знаю, сколько, сейчас посмотрим. Где там фрейи? Я уже еще пару прокачал. 20. Это было 22-я фрейя. Это просто жесть. Да. Вот так вот бывает. Так, ну что, побежали. У нас сегодня молотки бога грома. Некрос, исцеление. Третья карта, прайм руны. С них, кстати, психощиты неплохо падают. Ну и такие вот обычные призы. А тут у нас дают тоже, в принципе, неплохо. Но опять же, сумки Риббета вторые. Могли бы и огнекрыло поставить. Так, купить. Старимся по максимуму на 200. Попробуем, какая сегодня у нас удача. Больше смысла не вижу, потому что как бы лучше в пирата на 200 поиграть там или более. Так, ну вот 999. Начинаем, поехали. Вдруг огнекрыл упадет. Так, купить бесплатно, поехали. 1000 попыток. Так, прайм руны у нас уже есть. Карты смен, смотрю, падают неплохо. Забрать. Так, ну, сет прайм рун. Ну, за одной карточки пофармим на этот. На, как его? Вылетело, уже туплю. Поздно. Карточки на волны. Так, есть, отлично. Блин, просто это просто какая-то жесть. Еще заодно зайдем. Но сегодня, кстати, неплохо. Сокровищница получается и молотки. Ну, как видите, шанс реально очень хреновый. Ну, карты смены получаем, чар, ну, опять же, они очень хреново. Так, поехали. Что в этот раз у нас?
Опять же, одни расходники и то такие, чтобы они топовые были, если сравнивать с пиратом, я бы не сказал. Так, есть у нас, сейчас откроем сундучок, посмотрим. Бум. Ну, камень улучшения, в принципе. Лучше, чем зеленые кристаллы нам упадут. Да. Шансы, конечно. По-моему, еще сундук. Не, нету. Вот что не сделать, сразу на склад себе поставил, нажимаешь и не паришься. Я прикидываю, сейчас такой микрыл приходит. А я такой, ну окей. Ладно. Топовые молотки. Так. Да, конечно, с пиратом это даже в долю не падает. Чисто ради интереса снимаю это. Чтобы вы понимали, где топовая акция, вы в свою очередь поставьте лайк, колокольчик. Так, окей. Коробочка, это уже получше. Поехали дальше. Так, ну мне купить. Покупать не надо, у нас и так уже есть. Ну, как видите, максимум, что мы пока достали 400 кулаков, это сет Prime Rune. И все. С такого интересного. Тут хоть радует, тут быстрее, чем в пирате. Вот это единственное, что радует. Так, отлично. Хотя ничего отличного, в принципе. Хотя бы исцеление бы упало, было бы тоже неплохо. Тоже очень нужная вещь. Карточки. Вот здесь можно карточек разнообразных нафармить. И не более. Так, еще один сундучок. Ну, смотрите, первый ряд долбит и все. Просто жесть. Так, еще один камень. Где бы мне теперь столько красных кристаллов набрать? Вот это интересно. Так, немножко не туда зашел. Донить нам не надо. Хоть попытки тут быстрее тратятся, вот это радует. Жмакаешь, пока не забьется. Да, конечно, кто отсюда огнекрыло доставил, достал, это просто мега счастливчик, я бы так сказал. Тут такой шанс на него, что просто жесть. Тут, наверное, пару миллионов спустишь и хрен его достанешь. Проще собрать осколками с базара и сохранить все самоцветы. Так, отлично, получить все. Ну, максимум сет Prime Rune, это жесть просто. Конечно, этих смен, ну нафига они нужны столько. Не понимаю, если бы там пятерки хорошо падали. Так там ни хрена не падает. Так, окей. Вот, вторые эти. Вот если бы туда 150 сундучков упало, я был бы счастлив. Сразу, грубо говоря, плюс 300 силы. Так, отлично. Ну, просто расходники сыпят и все. Огнекрыл, приди. Походу у меня на аккаунте специально
сделали такой шанс, что в акции эти ни хрена не падают. Наверное, у вас тоже, у многих то же самое. Так. Что там у нас? 170 попыток еще осталось. Так, открываем. Сумка Рибита. Очень нужная вещь на моем аккаунте. Так, где-то около 40 попыток у нас уходит. И... Оу, по-моему, исцеление нам упало. Конечно, это не огнекрыл был. Я бы огнекрыла, наверное, увидел. Получить. Да, упало исцеление. Ну, хоть это радует. Ну, блин, и Фрея с бесплатки тоже. Это жесть. Надо при заходе на свой аккаунт его снимать. Включать видео. Там многие напишут. Да, он так выбил. Так, окей. Ну что-то мне последнее время на Фрей везет, как в свое время на Анубисов. Все, добиваем последнее. Тык. Не, покупать мы уже больше не будем, спасибо. Ну, я так и ожидал зеленые кристаллы. Так, отлично. Отличненько. Вот так вот. Разоговорился, смотрим. 20к кгшек еще дополнительно, вот всего лишь 2к кулаков почти, еле наскребли. Так, что еще у нас тут такого интересного? Блять, слизни, нахрена мне эти топовые слизни? У меня таких уже хватает. Ну, бог войны хотя бы. До 4 уровня. В принципе, херня, по сути, для меня. Так, окей. Ну, в принципе, вот так вот все, ребят. Сокровищницу я уже засниму, скорее всего, вам отдельным видосом завтра. Сейчас мы глянем, сколько она там идет. Может, больше попыток у меня накопится. Завтра еще захочу что-то паролить, чтобы понимать, за сколько там упадет вольт. Так, так, сокровищница. Она до вечера завтра идет, в принципе, время у нас будет. Вот так вот, ребят, 200к, исцеление, сет прайм рун и куча расходников. Огнекрыла, к сожалению, не словили. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно участвуйте в конкурсах. Ссылочки, как обычно, в описании к видосу. Всем пока!